So I'd like to read that verse again, and then just briefly summarize what we spoke about last night, and then continue reading. Я хотел бы снова прочитать этот текст и перевод, но затем вкратце напомнить нам всем о том, что мы, о чем мы говорили прошлым вечером, и продолжить обсуждение этой темы. Мане твам калам ишанам, анади медханам бриву. Samam cham tam sabatra bhutanam yam yata kalam. My Lord, I consider your Lordship to be eternal time. О, мой Господь, я считаю, что ты вечное время. Supreme Controller. Ты Верховный Повелитель. Without beginning and end. У тебя нет ни начала, ни конца. The All-Pervasive One. Ты всепронизывающий. In distributing your mercy, you are equal to everyone. И ты раздаешь свою милость совершенно непредвзято всем. The dissensions between living beings are due to social intercourse. Разногласия же между живыми существами возникают из их общественных отношений. Ом гьяна тимарам дасья гьянам джина сабангая чакшу хамини тамин тазман ши гьянам хукам гарути вачала хамам нама эйте игарин гетли патамам ванеши Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Chandani Nirvishesha Samyavani Vastachari Sitamani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Hara Shri Vasudeva Guru Bhakti Vinod Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama So, last night we spoke from the beginning of Srila Prabhupada's commentary to this verse. Прошлым вечером мы обсудили начало комментария Шрила Прабхупады к этому стиху. Where Prabhupada spoke about Kala, or eternal time. В этом отрывке, который мы вчера прочитали, Шрила Прабхупада говорит о вечном времени, которое в санскрите называют Kala. Because that is what the first point that Queen Kunti raises in this verse is how Krishna is eternal time. Потому что именно об этом в первой строчке своей молитвы в этом стихе царица Кунти говорит. Она называет Кришну вечным временем или Калой. Prabhupada also explained that how Paramatma, another name for Paramatma, is also Kala, eternal time. Шрила Прабхупада также объясняет, что и сверхдушу Параматму называют по-другому Калой или вечным временем. And we spoke how the living entity in conditioned life wanders throughout the material world in different forms of life accompanied by the super soul. Мы также говорили о том, как обусловленное живое существо скитается по различным формам жизни, переселяясь из одного тела в другое, и в этих странствах ее сопровождает сверхдуша или парама. And how the Lord as super soul within the heart simply functions in two capacities as the witness and as personality who gives sanction to all of our activities. И мы также говорили о том, что параматма, вся душа, сердце такого живого существа действует двояко. У нее две функции. Это первая функция, она выступает как свидетель всех деяний и поступков живого существа. И во второй своей функции она
является санкционирующим его желание и действие. And we quoted Prabhupada stating how a blade of grass cannot go without the will of the Lord. И мы также говорили о том, что Прабхупада говорит в этом отрывке, что даже тропинка не может шелохнуться без воли и санкции Господа. How that everything in this world happens according to Krishna's sanction. Как все в этом мире происходит благодаря воле или по воле Кришны. But we very clearly made the point that although Krishna sanctions it, it doesn't necessarily mean that's his desire. Но мы очень ясно объяснили вчера, что даже если Кришна дозволяет чему-то произойти, это не означает, что это происходящее соответствует его личным желаниям. That because he gives every living being the freedom to choose. Потому что он дает каждому живому существу свободу выбирать. And having the freedom to choose means that one also has to mean that one has the freedom to choose that which is wrong. Эта свобода выбора подразумевает, что у живого существа появляется возможность выбрать что-то неправильное. Because Krishna is supremely independent, the living entities being his parts and parcels have this minor independence. Поскольку Кришна в высшей степени независим, поэтому и живое существо, которое является его неотъемлемой частицей, также отличается крошечной независимостью. And therefore, because our constitutional nature is to have this minor independence, we have to have the capacity to choose. И поскольку благодаря нашему конституциональному изначальному положению у нас есть крошечная независимость, у нас есть способность выбирать. Because without having the capacity to choose and make our own choices, how can we voluntarily serve Krishna? Потому что если у нас не было бы свободы выбора и способности делать собственные решения, как бы мы могли бы добровольно решить служить Кришне? And because the perfectional state of the spirit soul in relationship to the Supreme is one of service. И поскольку в отношении со Всевышним совершенство для живого существа является служением. Service means that one must have the choice to serve. Служение означает, что у живого существа должен быть выбор служить. If there's no choice, then how can there be any kind of relationship? Если нет выбора, то тогда как можно говорить вообще о каких-то отношениях? If one is forced to serve, then that cannot be called love. Если человек просто вынужден служить, то это эти отношения никак нельзя назвать любовью. And because love is the most powerful force throughout the entire creation, it's understood that love means to voluntarily serve the beloved. И поскольку именно любовь является самой могущественной силой во всем творении, то мы должны понять, что она проявляется в добровольном желании служить объекту своей любви. And what makes love so powerful, it is that it is the means by which one can control the Supreme Lord. Что делает любовь такой могущественной, так это ее способность подчинить своему влиянию даже Верховному Господу. That makes it so powerful. Вот именно это делает его такой могущественным. Because if we understand the characteristic of the Supreme Being, generally we think of him in terms of his being the most powerful. Потому что обычно, когда мы говорим о высшем существе, о Боге, то одно из его качеств, которое мы обычно называем, это его всемогущество. Most independent. И он самый независимый. The controller. Он повелитель. Supreme enjoyer. Он высший наслаждающийся. Supreme proprietor. И он также владеет всем, что есть. In other words, being supreme means that he's independent, can do whatever he wants to do. Другими словами, его положение верховного означает, что он может делать все, что пожелает. And as stated in Bhagavad Gita, he never becomes implicated in doing whatever he wants to do. И Бхагавад Гита также утверждает, что на него никак не влияет последствия его способности делать то, что ему хочется. Krishna says, namam karmani limpanti name kama pule spriha. He says, there's no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of my actions. В этом стихе в Бхагавад-гите Кришна говорит, что нет такого вида деятельности, которая бы влияла на меня, и с другой стороны, я также не стремлюсь к каким-то конкретным результатам своей деятельности. And anyone who knows this truth about me will also not become entangled in the reactions of work. И каждый, кто знает эту истину обо мне, также не запутается в последствиях своей деятельности. So Krishna says, basically he's saying there's no work that affects me. Другими словами, Кришна говорит, что на меня никакие последствия деятельности не влияют. Which means I never become implicated by my actions. Другими словами, меня не запутывают мои собственные поступки.
I can do whatever I want to do. Я могу делать все, что угодно. And I'll never be implicated. I'll never get entangled in any reaction. И я при этом не запутаюсь в последствиях этой деятельности. And that's what makes me different from the living being. Это отличает как раз Господа от живого существа. Because we become entangled in reactions. Потому что мы запутываемся в последствиях. Not only in the work that we do, but even what we don't do. Не только в последствии того, что мы делаем, также в последствии того, что мы не делаем. For instance, Krishna says, there's no work that affects me nor become entangled in the reactions of my work. Krishna говорит, что нет никакого вида деятельности, которая бы влияла на меня, и я не запутаюсь в ее последствиях. Which means that he can do whatever he wants. Это означает, что он может делать все, что захочет. If we would do whatever we wanted, sometimes we might be implicated. Если мы начинаем делать то, что хотим, иногда приходят последствия. For example, there are many things we have to do. Например, есть много чего, что мы должны делать. Because we're not independent. Потому что мы не независимы. We'd like to be. Мы хотели бы быть независимыми. Everybody wants to be independent. Все хотят быть независимыми. Everybody spends their whole life trying to find different ways to become independent. На самом деле, именно в поисках различных способов добиться независимости проходит вся наша жизнь. Some people think the more money I have, the more independent I am. Кто-то думает, что у кого-то, если будет больше денег, чем больше денег у меня будет, тем больше я буду независимым. More powerful I am, the more independent I am. Кто-то думает, что чем больше у меня будет власти, тем больше я буду независимым. But it's not our constitutional nature to be independent in that way. Но независимость такого рода не является нашим изначальным положением. Because even if we have great wealth and great power, we're still dependent. Потому что даже если в нашем распоряжении есть и несметные богатства, и огромная власть, мы по-прежнему остаемся зависимыми. We're dependent upon the people who help us make our wealth. Например, мы зависим от тех людей, которые помогают нам сколотить наше состояние. We're dependent on the economy. We're dependent on the government. Мы зависим от состояния экономики в стране и от правительства. Some people become very, very wealthy one day, and the next day everything's gone. Например, есть люди, которые наживают огромное состояние, один день становятся очень богатыми, вдруг на следующий день обнаруживается, что они потеряли все свое состояние. Более того, мы зависим даже от воздуха, которым мы дышим. On the water we drink. И от воды, которую пьем. We're very much dependent. We're not independent beings. We're dependent upon these arrangements for us to live. Мы не являемся независимыми целиком, полностью зависим от условий жизни, в которых существуем. And the characteristic of the material nature is that it's endlessly mutable, it's always changing. И состояние природы, материальной природы такова, что она постоянно пребывает в состоянии изменения, она все время меняется. And because we're dependent upon material things for maintenance of this body, мы зависим от каких-то материальных вещей, чтобы поддерживать наше тело. We can't do what we just want to do. There are many things we have to do. Но при этом нет. То есть мы не можем делать просто то, что нам заблагорассудится. Есть очень много вещей, которые мы вынуждены делать, хотим этого или нет. A wealthy man can say, I'm so wealthy. And I'm going to tell all my workers, I'm not going to pay you at all. You should just work for me. Например, богатый человек может сказать, ну я же такой богатый, поэтому все должны меня слушаться. Теперь все мои работники не будут получать зарплату, просто будут работать для меня, потому что я хочу. He's not independent. Но он не является независимым. He has to pay them. Он должен им платить. If he makes a proposal like that, it's not going to be in a very auspicious situation for very long. Если он выступит с таким предложением, то долго его счастье не продлится, потому что это будет очень неблагоприятно для него самого. And because he has to keep peace in the factory, keep peace amongst the workers, sometimes he has to provide them certain benefits to make sure that they don't revolt against him. И поскольку ему нужно следить за спокойной обстановкой на фабрике и в умах его работников, им приходится выплачивать им какие-то бонусы или дополнительные пособия, чтобы они не восстали против него. And then what about the competition? И кроме того, еще есть конкуренты. It's to deal with the competition, because everybody is competing with him. Что есть очень много конкурентов, им приходится также принимать это в расчет, потому что все стараются его обойти. Nobody's independent. Другими словами, никто не является независимым. It's just our nature. Because we're conditioned by this material world, we must be dependent on others. Потому что это такова наша природа в материальном мире. Мы обязаны зависеть от других. Ничего с этим не можем поделать. So that's the difference between Krishna,
who is supremely independent, and the living beings, is that we're not independent. В этом разница между Кришной, Верховной Личностью, и нами, живыми существами. Она заключается в том, что мы не являемся, в отличие от Него, независимыми. So it's not that we can do whatever we want to do. Поэтому мы не можем делать просто то, что нам хочется. Many of us would just like to say, I don't want to work. Например, многие из вас наверняка могли бы сказать, я не хочу работать. I don't like to work. Я не люблю работать. I have to go to work 6 days a week. Я приходится мне ходить на работу 6 дней в неделю. 8 hours a day. По 8 часов в день. There's so much I have to do because if I don't work, I can't pay the rent. Если я не буду ходить на работу, я не смогу оплачивать аренду своего жилья, например. I can't feed the family. Не смогу прокормить семью. I can't pay the medical bills. Не смогу платить по медицинским счетам. I have to work. Приходится работать. So many of us keep our little confidential list of things that we'd like to do. И у многих у нас есть такие секретные списки того, что нам очень хотелось бы сделать. I'm sure everyone has a list. Есть какой-то список, такой у каждого. Things that we want to do. Того, что мы хотели бы сделать. Not the things that, when we get all the things that we have to do out of the way, then we're just waiting for that time when we can do the things that we really want to do. Мы просто ждем возможности рассчитаться со всеми теми обязанностями, которые нам приходится выполнять, чтобы у нас освободилось в конце концов время на то, что нам по-настоящему хочется делать, и мы ждем такой возможности. So we measure, when we measure the things that we have to do with the things that we want to do, usually we'll see that the scales are tipped. Если мы положим на одну чашу весов то, что мы должны делать, обязаны, а на другую чашу весов то, что мы хотели бы делать, то мы знаем точно, в какую сторону склонится чаша весов. Unfortunately, the scales are usually tipped in favor of the things that we have to do. К сожалению, как правило, чаша весов склоняется на сторону тех вещей, которые мы обязаны делать, они перевешивают. Because we know that if we don't do it, we'll be implicated. Потому что мы знаем, что если мы перестанем делать то, что обязаны, то мы будем пожинать последствия. We already know the problems that will come if we don't do it. Более того, мы даже знаем, к чему нам нужно быть готовым, если мы перестанем делать то, что обязаны. But Krishna says, there's nothing I have to do, and I'm never implicated. Но Кришна говорит, что мне нет чего делать, я могу делать все, что хочу, и никаких последствий при этом не получаю. Now don't be envious. Но, пожалуйста, не завидуйте Кришне. Because that's where all the problems start. Потому что как раз это начинается проблема, зависть от Кришны. The problems all start when we have to come to accept the truth that Krishna is God and we're not. Проблема начинается как раз тогда, с того момента, когда нам приходится признать, что Кришна Бог, а мы нет. That's where the problem all starts. С этого начинается проблема. And continues. И продолжается с этого. Unfortunately, sometimes for a very long time. И, к сожалению, иногда очень долго с проблемой продолжается. Why does Krishna just enjoy? Почему это он наслаждается просто? Why is it that there's nothing he has to do? Почему ему ничего не нужно делать? Why is it that he's the proprietor of everything? Почему именно ему все принадлежит? He's the controller of everything. Почему он всем повелевает? He's the enjoyer of everything. Почему он всем наслаждается? And he tells me in Bhagavad Gita that I have to give everything to him. И при этом мне говорит в Бхагавад Гите, что я ему должен все отдать. Now that's not fair. Это вообще несправедливо. We immediately think and protest. Мы даже начинаем протестовать, когда мы слышим об этом. He has everything. У него и так уже все. He should be giving me something. Он должен мне давать что-то. Now he's not only is he asking me to give something, but at the end of Bhagavad Gita he says, give everything to me. Но он при этом не только просит мне что-то ему дать, а в конце Бхагавад Гита говорит, вообще все мне отдай. Now that seems completely unfair. Это совершенно несправедливо. And those who don't know Krishna will definitely think that way. И те, кто не знает Кришну, как раз так и будут думать. Those who don't know Krishna will be envious of him and think, why does he get to enjoy and I have to do all this stuff and suffer? Те, кто не знает Кришну, начинают завидовать ему и думать, а чего ты там наслаждается себе, а я тут должен страдать. So, therefore, it's very important to understand Krishna. Поэтому очень важно понять Кришну. Why is Krishna Krishna? Почему Кришна является Кришной? And why is it that he asks something from us? И почему он нас что-то просит? Because actually, the only thing he really wants from us is love. Единственное, чего он от нас по-настоящему хочет, это нашей любви. Because as we said in the very beginning, that's the most powerful
force that exists is love. Потому что, как мы сказали в самом начале, именно это, любовь является самой могущественной силой во Вселенной. Krishna states in Bhagavad Gita that if one offers me a leaf, a flower, fruit, or water with love and devotion, I'll accept it. Кришна говорит в Бхагавад Гите, если человек предложит мне с любовью, преданностью, листок, цветок, плод или воду, я приму. So, does Krishna need a leaf? Что, Кришне нужны листья? They're all his anyways. Они же в любом случае его все. And one may think, you know, what's the value of a leaf? И кто-то может подумать, вообще какую ценность имеет листок? Or a little water? Или немного воды? Piece of fruit? Или кусочек какого-то плода? So one may think, well, that sounds pretty good. И кто-то может подумать, ну, в принципе, хорошие условия. If I can offer him just a leaf, a flower, a fruit, that's pretty easy. Если я от меня просто требуется предложить ему листок, цветок или плод какой-то, это очень просто. So, then if I keep all the rest and just give him a leaf, a flower, a fruit, then that sounds like a good deal. То есть получается так, что я могу ему предложить листок, цветок, плод или воду, а себе все остальное оставить. Это хорошие условия сделки. But what am I thinking I'm going to get out of offering that leaf, flower, fruit? Да, нужно при этом понять, что я получу, если предложу ему все то, что он просит, листок, цветок, плод. That's the problem. Вот это проблема. The problem is when I think, oh, if he can be pleased with a leaf of flower stuff, that's great. Then maybe he'll do something for me. Я уже начинаю думать, что ну хорошо, если он может довольствоваться листком, цветком, плодом или водой, будет этим доволен, то может быть он расположившись ко мне, мне что-нибудь подкинет. But that's not love. Но это не любовь. Love means to offer without any expectation of return. Любовь означает, мы предлагаем что-то, при этом ничего для себя взамен не ждем. That's one of the characteristics of love. Это качество любви. Anya Bilasita Sunya Nagana Kamani Navatam, as Rupa Goswami says, is the characteristics of love is that when one doesn't expect any fruit from his offering. Как Рупа Госвами говорит в этом определении любви, в стихе, что человек не ожидает, предлагая что-то Господу, не ожидает получить от этого какой-то результат для себя. And the sole purpose in offering is to please the beloved. И единственная цель нашего подношения — это порадовать того, тот объект любви, которому мы все это предлагаем. Excuse me, if that motivation is not there, it's not love, it's business. Если такое нет, такого мотива не присутствует в взаимоотношениях, то любовь это невозможно назвать. Это торговое отношение. Because business usually means okay. Here's my payment. Now, give me something in return. Потому что бизнес или торговое отношение как раз в этом и заключается. Вот я тебе даю то, что от меня ожидается, плату, а ты должен дать мне то, что я должен получить от себя. So as we explained last night how the Supreme Lord is in the heart of every living being and he knows the motives of every living being. Мы вчера уже объяснили, что Верховный Господь находится в сердце каждого живого существа и прекрасно знает мотивы, которые им движут. See, he already knows why we're offering something to him. И поэтому он знает наверняка, наперед знает, почему предлагаем ему что-то. We don't have to tell him, oh, I'm offering this to you because I love you. И нам нет необходимости его заверять в нашей любви, говоря, о, я предлагаю тебе это из чистой любви тебе. And I don't expect anything. И при этом ничего не ожидаю от тебя. Time will pass and we start thinking, when am I going to get it? Something good happened. Something good has to happen. Nothing happened. Still the same thing. What's the benefit of offering him anything? Because I don't get anything in return. Какой же смысл предлагать ему что-то, если ничего взамен не получаю? Did you hear me? I said that I offered it out of love. Ты что, не слышал? Эй, там, я тебе предложил с любовью, я тебе сказал. Did you believe me? Ты что, мне не поверил? Still nothing. Ничего при этом, никакого результата. So the point is that Krishna doesn't need anything without him. Но суть в том, что мы вообще не, Кришна вообще ничего от нас ни в чем от нас не нуждается. It's already his. Это уже его. He can't be bribed. Его невозможно подкупить. You know? Okay, Krishna,
I'll give you this, and if you don't give me something back, I'm gonna do something you're gonna regret. Кришна, вот я тебе это предложу, и ты за это должен мне дать вот то, что мне нужно. Если ты этого не дашь мне, то пожалеешь. Just doesn't work. Так с Кришной не обходится. He's God. Он же Бог. We're not. А мы нет. What can we do to punish him? И что можно сделать, чтобы его наказать? What can we not give him that will punish him? Или что мы можем, чего можем лишить его, чтобы его наказать? The point is, it's already his. Это все его. We, under illusion, think that it's mine. Мы в нашей иллюзии думаем, что это мое. But it's already his, because he created everything. Но это его, потому что он все это создал. And therefore, when he asks us to offer something to him, и поэтому, если он просит у нас что-то, чтобы предложили ему, he's not asking because he needs it. Он просит у нас это не потому, что он в этом нуждается. What does he need with a leaf? А что он будет делать с листком? Flower, fruit, water. He doesn't need these things at all. He's self-satisfied. Ему вообще это не нужно, потому что он самодостаточен. He's independent. Он полностью независим. He's self-sufficient. Он самодостаточен, самоудовлетворен. He can create unlimited desire trees with so many leaves just by thinking. Он просто может подумать и одной своей мыслью создать бесконечное число деревьев желаний, на которых будет бесконечное количество листьев. Why does he need a leaf? Зачем ему нужен цветок, листок? The point is, because when we offer something to him, it's an expression, a way for us to express our love. Потому что суть в том, что если мы что-то предлагаем таким образом, это способ нам выразить ему свою любовь. Srila Prabhupada gives the example of a young child. Srila Prabhupada приводит пример маленького мальчика. Sometimes the father gives the young child a small allowance. Например, иногда отец дает своему маленькому сыну деньги на карманные расходы. Every week he gives him a little amount of money, something that he can hope to use for himself. Каждую неделю дает ему небольшую сумму денег, чтобы он мог использовать для своих желаний. I remember when I was a child, I used to get an allowance, 25 cents. Помню, когда я был ребенком, мне давали такие деньги на карманные расходы, 25 центов. And for a child in the 50s, 25 cents was a lot of money. И для ребенка в 50-е годы 25 центов была огромная сумма. I used to immediately go to the store and buy candy. Я немедленно отправлялся в магазин и покупал леденцов. All kinds of different penny candies. Разных видов, разных сортов леденцов. So the father may give the child an allowance, and the child goes and buys something. И вот отец может дать своему ребенку такие деньги на карманные расходы, и он берет эти деньги и идет покупает себе что-то. And he looks at all the different things that he likes, and he picks some things out and buys them. Он смотрит на то, что ему нравится, выбирает себе по душе и покупает. And then he comes back to his father. И возвращается обратно к отцу. He says, "Here, father, look what I bought for you." И сказал: "Смотри, отец, что я тебе купил." No, the money came from father. Деньги на эту покупку пришли от отца. But when a child offers this candy to the father is so much overwhelmed by the offering of the child. Но когда ребенок предлагает своему отцу этот леденец, то сердце отца переполняется чувствами. It's not the candy that's so attractive. Для него, конечно же, не сами леденцы так привлекательны, что он любви к ним переполняется чувствами. Father has his own storehouse of candy. Например, у отца может быть магазин, который битком набит этими леденцами. But it's because the child took what was given to him and he offered it back to the father. The father says, но отец так рад, потому что ребенок взял эти деньги у отца, купил у них что-то и вернул, и предлагает обратно отцу. Отец говорит: большое тебе спасибо. So Prabhupada says it's the same thing when a devotee offers something to Krishna. И Прабхупада говорит, что точно так же происходит, когда Кришна, когда преданный предлагает что-то Кришне. It's not the offering that attracts Krishna, it's the love. Вовсе не само предложение так привлекает Кришну, а любовь. And because the love is very attractive to Krishna, Krishna is very much inclined to accept the offering. И поскольку любовь так притягательна к Кришне, Кришне мне очень нравится прилагать, принимать такое подношение. Because that's what he's attracted to is the love. Потому что именно это и привлекает любовь. So therefore Krishna says that one offered me a leaf, flower, fruit and water with love, I'll take it. Поэтому Кришна ей говорит, если ты предложишь, если любовь, цветок, листок, плод или воду, я приму. And what happens is that we benefit. И что происходит при этом, мы получаем благо. Krishna doesn't benefit.
не Кришна. We benefit. Мы получаем благо. Prahlad Maharaj gives the example in the Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj приводит пример в Шримад Бхагаватам. He says when a woman stands in front of the mirror and decorates her face. Он говорит, что когда женщина стоит перед зеркалом и украшает свое лицо, the reflection is simultaneously decorated. Отражение в зеркале украшается автоматически. You don't have to make an independent effort to decorate the reflection. Нет необходимости потом еще дополнительно разрисовывать отражение в зеркале. So Prahlad Maharaj says that when we offer something to Krishna, we benefit. He doesn't benefit. Prahlad Maharaj говорит, что когда мы предлагаем что-то Кришне, то получаем благо мы сами, не он. And what is the benefit? Какое благо мы получаем? Of course, that's one. What really what has to understand is what is the benefit of having the offering accepted by Krishna. И, конечно, вот это как раз нужно очень тщательно понять, что же за благо такое мы получаем, когда мы предлагаем что-то Кришне, он это принимает. And the benefit is incalculable. И это благо, которое мы получаем, невозможно сосчитать. You simply cannot calculate the benefit of an offering of love, which has been accepted by Krishna. Мы даже не можем подсчитать, не можем представить себе то благо, которое мы получаем, если мы предлагаем что-то Кришне с любовью, он принимает это отношение. Because we, as we said, love is very powerful. Мы уже сказали, что любовь очень могущественна. And what makes it so powerful is that it brings the Lord, who is ordinarily independent, under one's control. И что делает ее такой могущественной, так это ее способность независимому Верховному Господу подчинять своему влиянию. Although we already explained, God is the supreme independent personality. He can do whatever He wants to do. Мы уже сказали, что Господь абсолютно независим, может делать все, что ему заблагорассудится. But the reality is, what He likes to do, His list of things that He likes to do. Но у него также есть список его вещей, которые ему нравится делать. Because He doesn't have any list of things He has to do. У него нет списка вещей, которые он должен делать. His list is just filled with the things that He likes to do. Его список просто это перечисление того, что ему нравится делать. That's all he has to do. И ничего. That's all he does. It's all he does. Yeah, that's not translated. All he has to do means it's all. Yeah, just. Yeah. Has to like something. That's all he possesses to do. И вот это все, что он делает. Ему просто нравятся какие-то вещи, и он делает. What does God do? И что же делает Бог? Does He enjoy just by sitting home? Does He sit in a chair, a big throne, and just throw thunderbolts and punishments to everybody for their sinful activities? Чем занимается Бог? Он просто поседает на троне, там мечет молниями в тех людей, которые грешат, чтобы наказать их за их грехи. Some people think that's what God does. He keeps a record book. Люди, некоторые думают, что он как раз вот этим и занимается. У него там есть специальная книга, куда он записывает все такие грешники. He keeps track of what everything, what everybody does, and then just gives out punishments and rewards. И он следит за всем тем, что люди делают, и награждает кого-то, кого-то наказывает. He just doesn't have to do all that stuff. Нет, ему вообще этим не приходится заниматься. He's independent. Он независим. He has so many agents who take care of these things for him. У него есть очень много представителей, которые за него все это делают. There's a verse in the Svetashvatara Upanishad states, "Natasya karyam karanam chavijite, natasya maschavijikasvijite, parasya shaktiya vividaya vishuyate, sabhaviki jnana balakriya cha." For Krishna, there's no one equal to him, no one greater than him. В этом Svetashvatara Upanishad говорится, что нет кого-то, кто бы превосходил Кришну, или кого-то, кто бы равен. And there's nothing that he has to do. Нет ничего, что он бы обязан был бы делать. Because everything happens very perfectly, very systematically through his energies. И все происходит само собой совершенно систематическим образом посредством деятельности его энергии. He has his energies, his agents who take care of everything for him. У него есть энергии, его представители, которые все делают для него. He doesn't have to waste time creating. Ему не нужно тратить время на создание, на творение. He doesn't have to waste time. Destroying. Ему не нужно тратить время. He doesn't have to waste time
providing necessities of material necessities of life for the living entities in the material world. Будет тратить время на уничтожение, и ему не нужно тратить время на то, чтобы обеспечить всем необходимым для жизни живых существа в этом мире. These all happen through his different energies. Это все происходит само собой благодаря его разнообразным энергиям. And therefore, Sri Shatara Upanishad says there's nothing for him to do. Поэтому Шри Шатара Панишат утверждает, у Бога нет никаких обязанностей. What does he do? Так что же он делает? Чем он занимается? As we already said, what would you do if you had nothing you had to do? И мы спрашиваем на уроке, а чем бы вы занимались, если у вас не было бы никаких обязанностей? You do what you want to do. Вы делали то, что вы хотели, правильно? You would enjoy. Вы бы наслаждались. That's all Krishna does. Вот этим и занимается Кришна, больше ничем. But what does he enjoy doing? Так, а что же ему нравится делать? Does he enjoy just gratifying his own senses? Ему что, просто нравится наслаждать свои собственные чувства? No, what he enjoys most. Нет, то, что ему нравится больше всего. Is serving his devotees. Это служить своим преданным. That's his pleasure. Вот в этом он черпает свое счастье. Whatever his devotees want, he wants to do for them. Что бы они захотели, его преданные, ему нравится осуществлять их желания. The devotee wants Krishna to be their son. Krishna will become their son. Если, например, преданному хочется, чтобы Кришна стал их сыном, он становится. The devotee wants Krishna to be their friend. Krishna will be their friend. Если преданному хочется, чтобы Кришна был их другом, он становится их другом. The devotee wants Krishna to be their lover. Krishna will be their lover. Если преданному хочется, чтобы Кришна стал их возлюбленным, он становится их возлюбленным. He's God. Он же Бог. He doesn't have to be anybody's servant. Он не обязан быть ничьим слугой. He's independent. Он независим. But these are his pastimes. Но это его игры. This is what he does eternally. Это этим он и занимается вечность. He's never alone. И никогда не пребывает в одиночестве. You never find a picture of Krishna alone. Вы никогда не сможете обнаружить изображение Кришны, где он в одиночестве. One of the qualities of Krishna, one of the most unique qualities of Krishna, is that he's always surrounded by his loving devotees. Одно из уникальных качеств Кришны, которое отличает его от всех остальных, это то, что всегда окружен своими преданными. He's never alone. Никогда не в одиночестве. And what is he doing? Чем он занимается? He's doing what he likes to do. Занимается тем, что ему нравится. He likes pleasing them. Ему нравится удовлетворять своих преданных. He likes making them happy. Нравится доставлять им счастье. He likes being controlled by them. И нравится находиться у них во власти. He likes that better than being the controller. Ему нравится это гораздо больше, чем быть управляющим, повелителем. It's much more pleasurable. He has to be God for so many living entities. Ему это гораздо больше нравится, потому что Богом ему и так приходится быть для большого числа живых существ. But he likes not having to be God. Ему нравится не быть Богом. He likes being controlled by his devotees. Ему нравится, когда преданные всячески управляют им. That's how he enjoys. Так он наслаждается. Not that he has to do it. Не то, что ему он обязан это делать. Doesn't have to do anything. Вообще ничего не обязан делать. He likes to do it. Но ему нравится. Not only does he like to do it. Не только он ему нравится. He relishes. Он наслаждается этим. That's how he gets his pleasure. Вот в этом он черпает свое счастье. Prabhupada tells the story of the Prime Minister Gladstone. Шрила Прабхупада рассказывает историю о премьер-министре Англии, которого звали Гладстон. Big Prime Minister. Он занимал очень возвышенное положение. Very powerful man. Очень могущественный человек. And he had an important meeting with the ambassador. И у него была назначена очень важная встреча с послом. And the ambassador came at the scheduled time to meet with the Prime Minister. Назначенный час посол приехал в кабинет премьер-министра, чтобы встретиться с ним. Came into the office, said to the secretary, "I'm here to see the Prime Minister. He expects me now." И он зашел в офис премьер-министра и сказал секретарю, сказал ей, меня уже ждет на прием премьер-министр. So the secretary says, "Could you please sit down and wait a minute? I'll go tell the Prime Minister you're here." Секретарь сказал ему, пожалуйста, присядьте здесь, я пойду доложу премьер-министру, что вы прибыли. Secretary goes into the Prime Minister's office. Секретарь отправляется в офис премьер-министра. After a few minutes, she comes out and says, "The Prime Minister is very busy right now. Please sit down and wait. He'll be with you shortly." И потом через несколько минут она выходит и говорит послу, пожалуйста, посидите, подождите, он сейчас очень занят, и он обязательно освободится через несколько минут и будет способен дать ему аудиенцию. So he's the Prime Minister. He has the right to make the ambassador wait. Поскольку он премьер-министр, у него есть право заставлять даже посла ждать. He had more important things he had to do. Потому что у него есть гораздо больше важных дел, которые он должен делать. So the ambassador was waiting. И посол сидел и ждал. And waiting. И ждал. And waiting. И ждал. And gradually he started to become a little impatient. И в конце концов он устал ждать. He's thinking, look,
I'm not nobody, I'm the ambassador. И он сразу подумал, подождите, я же не просто там кто-то с улицы, я же посол. He had an appointment with me over almost a half hour ago. И у меня должна была быть встреча с премьер-министром почти полчаса назад. What's so important that he's making me wait? Что же там такого важного, чем он занят, и что заставляет меня ждать? And he noticed that when the secretary left in the prime minister's office, that she left the door open a little bit. И он заметил, что когда секретарь выходила из кабинета премьер-министра, она оставила слегка приоткрытой дверь туда. So the ambassador decided to check, see what's the prime minister doing. It's so important. И посол решил подсмотреть, вот чем же там таким важным занимается премьер-министр. He walked over to the door and he peeked in. Он подошел к двери и заглянул в эту щель. And he saw the prime minister on the floor, on his hands and knees. А он увидел, что премьер-министр стоит на полу на четвереньках. And his grandson was on a bat and he was riding him like a horse. А на спине у него сидел его внук и помыкал его как лошадь. And his grandson would kick him. И его внук пришпоривал его. And every time his grandson would kick him, the prime minister would jump up and move forward very quickly. И каждый раз, когда его внук пришпоривал его, премьер-министр взбрыкивал так и начинал двигаться вперед. And the ambassador was thinking, this is what's so important to keep me waiting? И посол подумал, или вот это, что ли, то есть важное, чем он занимается, что заставил меня ждать его. Prabhupada tells the story and says, this is Krishna. И Прабхупада рассказал историю и сказал, вот это Кришна. Krishna is God. Кришна Бог. He's a very important person. Он очень важный личность. But what's more important to him than being God? Что еще важнее для него, чем быть Богом? You know, there's so many demigods throughout creation. Есть очень много полубогов по всему творению. They're doing so many important things for him. Они делают очень много важных вещей для Бога. But Krishna, what it really comes down to, what he relishes the most, is being controlled by his devotees. Когда дело доходит до того, что Кришне нравится лично и что ему нравится больше всего остального, это находиться в власти своих преданных. Just as the grandson controlled his grandfather, who was a big, powerful man. Как видите в этом примере, внук мог понукать своим дедом, который занимал очень могущественное положение. Could kick him and get away with him. Он мог его просто пинать, и при этом ему все сходило с рук. Imagine if the ambassador walked into the office and said to the prime minister, "You made me wait for a half hour." Если бы посол зашел бы без премьер-министра в этот момент, подошел бы к премьер-министру и пнул его и сказал, ты меня заставил ждать полчаса. Wouldn't be ambassador for very much longer. Он долго бы послом не остался. But the grandson, because he has love, kicks his grandfather. Но внук, поскольку у него есть любовь к своему деду, он его пинает. And his grandfather runs around the room on his hands and knees. Пришпоривает и посол, премьер-министр на четвереньках бегает по всей комнате. Every time he's kicked by his grandson. Каждый раз, когда его пришпоривают, его внук. So Prabhupada tells this story to help us understand that this is what Krishna likes to do. И Шрила Прабхупада рассказывает нам эту историю, чтобы понять, чтобы помочь нам понять, что нравится Кришне. He likes to be controlled by his devotees. Ему нравится, когда преданные управляют. He likes to serve his devotees. Ему нравится служить своим преданным. Just like he drove Arjuna's chariot. Как, например, он стал возничим колесницы Арджуны. Arjuna said to Krishna, "Now drive my chariot between two armies so I can see who's ready to fight." Арджуна сказал Кришне: "Кришна, выведи-ка мою колесницу сейчас между двумя, поставь между двумя армиями, чтобы я мог понять, кто же собрался здесь и желает сражаться." Arjuna was Krishna's friend. Арджуна был другом Кришны. And Krishna voluntarily became Arjuna's chariot driver. И Кришна добровольно стал колесничим Арджуны. Not just driving the chariot between two armies, but even during the midst of the battlefield. Не просто выведя колесницу Арджуны между и поставив между двумя армиями, но он вообще был возничим Кришны на протяжении всей битвы. Arjuna had to give so many instructions to Krishna. Колесничим Арджуны, простите, пожалуйста, на протяжении всей битвы и Кришна дал так много наставлений Арджуне. And Krishna was obedient to every instruction he gave. Арджуна он постоянно приказывал Кришне во время ходит битвы, и Кришна очень послушно выполнял все указания. That was after the Bhagavad-gita was spoken. Yeah, I understand. Yes. No, during the Bhagavad-gita. Krishna gave many instructions to Arjuna during the Bhagavad-gita. Yeah. Arjuna gave many instructions to Krishna after Arjuna heard the Bhagavad-gita. То есть вначале, во время того, как
Кришна рассказывал о Бхагавадгите Арджуне, он дал очень много наставлений Арджуне, но потом они поменялись ролями, и уже Арджуна давал очень много приказов Кришне, когда они уже выступали на поле битвы, участвовали в сражении на поле битвы. This is love. Это любовь. Krishna's friends jump on Krishna's back. Кришна, друзья Кришны запрыгивают ему на спину. This is love. Это любовь. Krishna carries them on his shoulders. Кришна носит его на каких-то плечах. This is love. Это любовь. He likes it. Ему нравится это. You imagine jumping on God's back? Представьте себе, что это значит запрыгнуть. He'd probably be pretty scared to do it. Господу на плечи. Вы даже очень испугались. He might kick him by mistake. Если его случайно пнули бы. But in the spiritual world, the devotees love God. Their love for God is so powerful. Но в духовном мире любовь преданных Богу такая могущественная. That they completely control Krishna. Они держат целиком полностью Кришну во власти. And they're completely under the influence of Krishna's internal potency. И сами находятся целиком полностью под влиянием внутренней энергии Кришны. And under the internal potency of Krishna, they don't see Krishna as God. И под влиянием внутренней энергии Господа Кришны они не видят Кришны Бога. They're covered. Они покрыты. They think he's my friend. Они думают, это мой друг. He's my lover. Это мой возлюбленный. He's my son. Или мой сын. Mother Jasoda, imagine raising a stick to punish God. Представьте себе, мать Ешода подняла руку с палкой на Бога. Do you have enough courage to do that? У кого-нибудь хватит смелости так сделать? Mother Jasoda does. А у матери Ешоды хватает смелости. She raises a stick to punish God. Она поднимает, грозит палкой к Богу. Not only she raises a stick, but she binds him with ropes. Не только она ему грозит палкой, она его потом привязывает веревкой. Ties him up to a wooden grinding mortar. Привязывает его к деревянной ступе. Krishna cries in fear. И Кришна плачет от страха. This is love. Это любовь. And this is what he enjoys doing. И вот это ему нравится. So when one actually offers something to Krishna with love, если кто-то предлагает Кришне что-то с любовью, Krishna reciprocates. Кришна откликается взаимностью. But not in a way that a materialist would expect to be reciprocated. Но не так, как от него ожидал бы материалист. Materialistic person thinks that Krishna reciprocates by giving some of his opulences. Материалист думает, что отклик или взаимность Кришны должна проявляться в том, что он будет делиться своими богатствами. But a devotee knows there's something far greater than the opulences that one can have from a supreme lord. Но преданный знает, что есть гораздо что-то гораздо более ценное, чем даже богатство духовного мира. And the devotee knows that the greatest gift that one can possibly receive from the Lord is the opportunity to serve. И преданный знает, что самый большой дар, который он может получить от Бога, это сама возможность служить ему. And it's service with love. Служить с любовью. And Krishna reciprocates by giving more service. И Кришна откликается взаимностью на эти чувства, давая еще больше возможностей для служения. And the nature of that service is so satisfying to the self. И природа этого служения так глубоко удовлетворяет душу, that one doesn't even think of one's own happiness. Что человек даже перестает думать о собственном счастье. Doesn't think about it. Даже не думает об этом. It's so relishable just to serve. Потому что само служение настолько глубокое удовлетворение доставляет. Then one doesn't even know if he's happy or not happy. Приятно, что человек даже не замечает, счастлив он или несчастье. He's so relishing it so much. Что он так глубоко наслаждается этим служением. He doesn't know the meaning of the word misery. Он даже не знает, что означает слово страдание. Just doesn't even know what it means. Он даже не знает значения этого слова. Because he has the greatest gift. Потому что у него уже он уже получил величайший дар. Krishna gave the greatest gift. Кришна дал ему величайший дар. Which is more valuable than any bank account or any material opulence. Который гораздо ценнее, чем любой счет в любом банке, любое материальное благополучие или процветание. Krishna gives his heart. Кришна дает такому преданному свое сердце. When you have Krishna's heart, you have everything. Если у вас в вашем распоряжении есть сердце Кришны, у вас уже есть все. Nothing else is required. Уже вам ничего не нужно. It's the most valuable, precious jewel, prema ratna, dana. Это самый дорогой, самый ценный дар. It's called prema ratna dana. The most valuable jewel of love. Prema ratna dana. Это драгоценный камень любви. And Krishna gives his heart.
to his devotees. И Кришна дает дарит преданному свое сердце. As he says right in the Bhagavatam, my devotee doesn't know anyone but me, and I don't know anyone but him. И Бхагаватам Кришна признается, он говорит, что я не знаю никого кроме своих преданных, и мой преданный не знает никого кроме меня. Krishna's all devotee is always in my heart, and I'm always in the heart of my devotee. Преданный всегда находится в моем сердце, а я нахожусь всегда в сердце моих преданных. Krishna is always thinking of his devotees. Кришна все время думает только о своих преданных. And he can think of all of his devotees simultaneously. И при этом он может думать обо всех своих преданных одновременно. He's the supreme multitasker. Он самый искусственный, так что называется, multitasker. Тот, кто может справиться со многими задачами одновременно. How many things can you do at once? Сколько вы можете задач выполнять одновременно, кто-то из вас? A lot of people try to do many things at once. Кто-то пытается, многие люди пытаются делать больше, чем like, одновременно. These days people try to drive and talk on the phone at the same time. Например, кто-то пытается вести машину, одновременно разговаривать по телефону. And so many car accidents. Из-за этого возникает очень много аварий. Because there's so much, their consciousness is so much on the phone that they're not even conscious of what's in front of them. Потому что его сознание полностью поглощается телефонным разговором и перестает, он перестает следить за дорогой. And that's just two tasks. А это всего лишь две задачи. Try to do three tasks. Собрать три вещи одновременно. And give all your attention to all three simultaneously. При этом каждый из этой задач уделять все свое внимание. It'd be hard breaths to be successful. Вам нужно будет попотеть, чтобы достичь успеха какого-то из них. But Krishna can do that. Но Кришна может это делать. Why? Почему? Because he's God. Потому что он Бог. He says, "Aham bija pradapita, I am the seed-giving father of all living beings." Он называет себя Aham bija pradapita, я отец, дающий семя всем живым существам. He says, "I know all living entities, the past, present, and future, and I also know all living beings." Я знаю прошлое, настоящее, будущее всех живых существ и самих живых существ также прекрасно знаю. Krishna doesn't have to have a computer to keep records for the living entities. Кришне не нужно заводить себе компьютер, чтобы вести базу данных по всем живым существам. He doesn't have to wait for the bigger, faster processor to come out so we can add more living entities to keep track of. Ему не приходится ждать, когда же выйдет в конце концов апгрейд для этого процессора, чтобы можно повысить вычислительные мощности и больше живых существ записать в свою базу. He doesn't need it. Ему это вообще не нужно. He processes everything simultaneously. Он автоматически все обрабатывает всю информацию одновременно. Because he's in everyone's heart. Потому что он уже находится в сердце каждого. Doesn't have to keep records. He's already there. He already knows. Ему не нужно ничего записывать. Он уже знает и помнит все. He says, "I'm situated with everyone's heart. From me becomes remembrance, knowledge, and forgetfulness." Я нахожусь в сердце каждого, от меня исходит знание, память и забвение. So Krishna can give himself completely to his devotee. Кришна может целиком полностью отдать себя своему преданному. And the devotee will think Krishna's thinking only of me. И преданный будет думать, Кришна думает только обо мне. He won't be thinking, "Oh, why is Krishna, thinking of somebody else and not me?" И он не будет думать, а почему это Кришна еще думает о ком-то, кроме меня. And even if Krishna sometimes appears to not be thinking of his devotee. Даже если иногда преданному кажется, что Кришна не думает о ком-то преданном. He only does that to increase the devotee's love. Он делает это только для одной цели, для того, чтобы усилить любовь этого преданного к себе. In other words, he's always thinking of them. Другими словами, он всегда помнит о каждом преданном, всегда думает о нем. He told that to the gopis when he disappeared from the rasa dance. Когда он исчез с танца раса, так и сказал гопи. He said, "I did this simply to increase your love." Он я сказал и сделал это, то есть исчез с танца раса только для одной цели. But you should never think вашу любовь. You should never think that because you didn't see me, I wasn't thinking of you. Но вы не должны при этом допускать мысли о том, что поскольку вы меня не видели, я вас не думал. I never forget you. Я вас вообще никогда не забываю. So that's Krishna. That's his relationship he has with his devotees. Это Кришна, это отношение, которое связывает его с его преданными. And that's what he gives in return for offerings made with love. И вот этим он как раз и награждает того, кто предлагает ему что-то с любовью. So who benefits? А кто же получает благо? Who benefits? Кто получает благо? Krishna says, "Anyone who knows why I come to this world never has to take birth again." Кришна говорит, что каждый, кто знает причину и природу моих явлений в этом мире, никогда не вынужден будет родиться снова. Janma kama cha me devyam avinyomiti tatvata. Anyone who simply knows why I've come to this world, you don't have to take your birth again, but you go to my eternal abode. Кришна говорит, что каждый, кто знает, просто знает, зачем я являюсь в этот мир, уже не вынужден будет
больше хотит рождаться в этом материальном мире, он отправится в мой высший обитель. Who benefits? А кто же получает благо? We benefit. Мы получаем благо. It's for our benefit. А то, что это ради нашего блага. Therefore, although Krishna asks something from us, it's not because he needs it. И Кришна чего-то просит от нас не потому, что он в этом нуждается. He wants to give us himself. Он хочет нам дать самого себя. But who does he give himself to? Но кому он дает себя? Not to anybody. Не всякому. He gives himself to those who love him. Он дает себя тому, кто его любит. It's the nature of confidential relationship. Это природа его сокровенных отношений с нами. Just like if you have some person that you casually know. Например, если кто-то какой-то такой поверхностный знакомый. Do you think he's going to tell you all the confidential things about his life? Неужели вы думаете, что он сейчас все выложит вам все свои секреты своей личной жизни? Why should he tell you? С чего это? Because it's just some casual relationship. Если вы с ним так знакомы совершенно поверхностно. Who does he speak confidentially with? И с кем такой человек будет разговаривать очень сокровенно, доверительно? He speaks confidentially with those he trusts. Он будет разговаривать доверительно с теми, кому доверяет. Those he knows. С теми, кого он знает. Those who love him. С теми, кого он любит. He shares his confidential thoughts, his confidential life. С теми, кто его любит, он будет делиться с ним своими сокровенными переживаниями и мыслями. Therefore, Krishna gives in the Bhagavad Gita most confidential knowledge. И Кришна говорит в Бхагавад Гите, рассказывает нам самое сокровенное знание. This knowledge is most confidential. Самое сокровенное знание. And what is that most confidential knowledge? It's the knowledge of devotion. Therefore, he reveals himself to those who love him. О преданном служении, поэтому Кришна открывает себя только тем, кто любит его. But he doesn't reveal himself to them according to his position as God. Но при этом открывает себя им не в соответствии со своим положением Бога. He reveals himself according to the relationship, the loving relationship they want to have. Он открывает себя им в соответствии с теми отношениями любви, которые они хотят иметь. Just like there's a very well-known painting of Gopakumara when he comes to the spiritual world, who's Krishna's friend, and he's always been hankering for to be with Krishna as a friend. Okay, знаменитая картина, на которой изображается возвращение Гопакумары в духовный мир, и где поскольку он очень долго ждал этого возвращения, потому что он стремился к общению с Кришной, как со своим другом. Gopakumara finally comes to Krishna, and Krishna takes him into his embrace, holds him, embraces him. На этой картине изображается возвращение Гопакумара в духовный мир. Мы видим, как Кришна очень крепко прижимает Гопакумару к своей груди в своих объятиях. Krishna says, I've been waiting for you. Кришна сказал Гопакумару, я тебя так долго ждал. I've been waiting for Gopakumara to come back. Я ждал Гопакумару, пока тот не вернется к нему обратно в духовный мир. Krishna is waiting for everyone. И он так ждет каждого. He's waiting to accept us into his embrace. Like he's waiting for us. Он ждет каждого из нас, чтобы заключить нас в свои объятия. But he's saying, no. To those who always think of me, I give them the understanding by which they can come to me. Но при этом говорит, что тем, которые постоянно думают обо мне, я даю понимание, при помощи которого они смогут прийти ко мне. Тейсам сататам юктанам баджатам притипурвакам. To those who are always endeavoring, worshiping with love, I give them the understanding by which they can come to me. В моих стихах говорит, что тем, кто прилагает постоянное усилие, поклоняется мне с любовью, я даю духовный разум, при помощи которого они могут прийти ко мне. That's very natural. Это совершенно естественно. That he reveals more of himself to those who want him. Естественно, что он проявляет больше себя тому, кто хочет его. Yayatam prapajate tamsatama bhajamyaham. Krishna says, as they surrender unto me, I reward them accordingly. Кришна в этом стихе о Бхагавад Гите говорит, что я вознаграждаю людей в соответствии со степенью предания. If you want to have a mercantile relationship with Krishna, Krishna can reward you through his agents. Если вы хотите иметь торговые отношения с Кришной, Кришна также отплатит вам соответствующим образом через своих представителей торговых. If that's how you want to approach him, then he has a way for everybody to approach him. Как бы вы к нему не обращались, он каждый может откликнуться на его способ обращения к себе. And his agents will take care of giving the providing the material necessities. И его представители возьмут на себя заботы об обеспечении вас вашими материальными потребностями. Krishna says this right in the Bhagavad Gita. Yami mam pushpatam vacham pravajanche papasvita veda vadavrita partha nadya astari vadana. He says men of small knowledge, they're very much attracted to the flowery words of the Vedas. Кришна говорит в этом стихе Бхагавад Гиты, что люди, отличающиеся скудным разумом, очень
прельщаются цветистыми словами Веды. Which recommend various types of sacrifices to by which one can get to the elevated to the heavenly planets. Которые рекомендуют человеку совершать различные жертвоприношения, чтобы подняться на райские планеты. A result of good birth. Или добиться хорошего рождения в следующей жизни. Power. Или силы, власти. And so forth. И так далее. Being very much attached to sense gratification and opulent life, they think there's nothing more than this. И такие люди, будучи очень привязанными к чувству удовлетворения и роскошной, богатой жизни, не считают, что есть что-то выше, чем эта цель. They think that's the goal of the Vedas. Они думают, что в этом заключается цель всех Вед. The goal of Vedas is to perform sacrifices to get some future enjoyment. Цель Вед заключается в том, чтобы совершать какие-то жертвоприношения, гарантируя себе будущее наслаждение. Which is all temporary. Которые в любом случае временны. After one gets elevation to the heavenly planet, or wealth, power. Поднявшись даже на райские планеты или добившись богатства или власти. If one performs some pious activities and gets some fruitive gain. Человек, совершающий такие благочестивые поступки и получающий какой-то корыстный результат. Then one enjoys the results of his pious previous pious activities. Он наслаждается результатом своей прошлой благочестивой деятельности. But when he enjoys the results, he's also exhausting his bank account. Но самим этим наслаждением своих поступков прошлого он истощает свой банковский счет благочестивой деятельности. It's like putting so much money in the bank account. You work very, very hard. Например, вы тяжело трудитесь и пополняете свой счет в банке. You perform some sacrifice, and now you have a big bank account. Чем-то жертвуете или строите жертвоприношение, у вас такой же счет в банке появляется. So now you think I'm not going to work anymore. I'm just going to enjoy my wealth. И потом вы думаете, ну вот все, работать я больше не буду, буду наслаждаться жизнью. But if you keep on taking withdrawals, eventually the bank account's going to become empty. Но если вы постоянно снимайте деньги со своего счета для таких наслаждений, очень скоро этот счет опустеет. If you don't put anything in it, you just keep on pulling out. Если вы ничего не кладете на счет, просто снимаете с него деньги. It's not unlimited. Счет же не бесконечный. So Krishna says, men who attach to the following words of the Vedas, they think the goal of sacrifice is to get some enjoyment. И поэтому Кришна говорит, что люди, которые прельщаются такими тетистыми словами Вед, думают, что цель всех жертвоприношений является наслаждение. But it's temporary. Но это временно. And therefore, Krishna says, Prabhupada explains in the commentary, these flowery fruits that look very attractive, but they're actually poisonous flowers. И поэтому Прабхупада объясняет в своем комментарии к этому стиху, что эти цветистые слова Вед, а на самом деле это как цветы на дереве с ядовитыми цветами. So they think there's nothing more than this. И такие люди думают, что нет ничего более ценного, чем это. And then Krishna says that all the purposes of a small pond can be served by all the great reservoirs of water. И Кришна также говорит, что все цели, которых мы можем достичь с помощью небольшого пруда, можно достичь большим водоемом воды. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served by those who know the purpose behind them. Точно так же все цели Вед можно достичь, если человек знает высшую цель всех Вед. So all these small benefits, fruits, can all be automatically obtained by one who knows the goal of the Vedas. И все, другими словами, все те цели, незначительные второстепенные цели Веды, жертвоприношения, очень легко обретаемы для человека, который знает высшую цель. Like Krishna says, Vaidashtasaya Varahameva Veda. By all the Vedas I am to be known. А Кришна говорит, что именно Он является высшей целью познания всех Вед. I am the compiler of the Vedanta and the knower of Vedanta. Я составитель Веданты, я знаток Вед. So, therefore, the intelligent person will aim to please Krishna. И поэтому разумный человек будет стремиться к тому, чтобы удовлетворить Кришну. This is the intelligent person. Это признак разума. He knows that the benefit is lasting benefit. Он знает, что тогда он получит какое-то долговременное благо. And everything else in this world is temporary. А все остальное в этом мире временно. And therefore the devotees who work in this consciousness. И поэтому те преданные, которые действуют в таком сознании. Always endeavoring to please Krishna. Всегда прилагают усилия к тому, чтобы порадовать Кришну. They obtain the ultimate fruit of their efforts. Обретают высший результат своих усилий. Krishna not only gives them whatever they need to serve Him. Кришна не только дает им то, в чем они нуждаются, чтобы служить Ему. Because He says that also. Он об этом также говорит. He says, "Ananyas chintaya tomam yajana payupashite tesham nitya payuktanam yoga kshema vahamyaham." To those who are always endeavoring, meditating upon Me, serving Me, I give them whatever they lack. And I preserve whatever they have. Кришна говорит, что все люди, которые постоянно прилагают усилия в служении мне, те, кто медитирует на меня и служит мне,
Я даю таким людям то, чего Илья достает и сохраняет то, что мы уже имеем. Krishna gives us whatever we need to serve him. Кришна дает нам все то, в чем мы нуждаемся, чтобы служить ему. Because service is the most important possession for the devotee. Потому что для преданного самым ценным является преданное служение. That is what the devotee aspires for more than anything else. Вот к этому преданный стремится больше всего на свете. That's why when he chants Hare Krishna, he's praying to Krishna, please give me service. Поэтому, когда он повторяет Хари Кришна, молится Кришне, пожалуйста, Кришна, даруй мне возможность служить себе. And simply, he wants our love. Он хочет просто нашей любви, Кришна. And this is the best way to obtain that love. И это самый лучший способ обрести эту любовь. This is what Śrīla Prabhupāda is teaching us in his prayers of Queen Kunti. Этому и учит Śrīla Prabhupāda нас в молитве царицы Кунти. He's teaching us what is the meaning of love. Он учит нас значению слова любовь. And if we actually cultivate that proper understanding. Если мы взращиваем себе это правильное понимание. And serve with that understanding. И служим с таким пониманием. One doesn't have to give a lot to please Krishna. Такому человеку не нужно тратить много усилий и вещей для того, чтобы порадовать Кришну. Krishna is pleased by the intention to please him. Кришну можно просто своим намерением удовлетворить его. Krishna, another name, I can't remember the word, but there's a word that's given. Krishna makes something very small into something very big. Есть определенное имя у Кришны, оно означает, что Кришна делает что-то очень маленькое, незначительное, очень большим. He magnifies that which is being offered to him into something very big. Он увеличивает все то, что предложено ему, что-то чрезвычайно значимое. Just like when Sudama Brahman brought some broken rice to Krishna. Brahman Sudama предложил Кришне несколько зерен сломанного риса. Externally, it was just broken rice. Это просто был такой вот рис, сломанный рис. And he felt it wasn't even fit to offer him, but that's all he had. У него эта рисовая сечка, он думал, что это непригодно для предложения Кришны, у него больше ничего не было. His wife was pushing him. Look, we're living in so much poverty. You have a friend who is Krishna. Потому что жена его заставляла, постоянно заставляла Брахмана и Судаму. Она уговаривала, пожалуйста, сходи к своему другу, Кришне, смотри, в какой чите мы живем. Why don't you go to your friend? You were childhood friends, you had the same spiritual master. Ты же друг его детства, и у вас также был один духовный учитель, у вас Кришна. Why don't you go to him and maybe he'll give you something? Иди отправляйся к Кришне, может, он тебе что-нибудь даст. Sudama Brahma was thinking, I can't go ask Krishna for something like this. Sudama Brahma думал, я не могу пойти к Кришне, чтобы просить у него что-то. So, but his wife was pressuring him. Но его жена поднималась. So he felt obliged to go because of his pushings of his wife, because the wife was thinking of him. She wasn't even thinking of herself. При этом жена о себе не думала, она думала о нем. И поэтому в конце концов сюда попадался, чтобы просто удовлетворить жену. And he knew the wife wasn't thinking selfish. Wife was thinking only of him, so he went. And he's thinking, but how can I go empty-handed? Он знал о том, что жена не руководствовалась корыстными желаниями, что она думала и заботилась только о нем. И поэтому согласился пойти, но сказал, как же я могу пойти к Кришне с пустыми руками. So, the wife went and grabbed all that they had. There was some few grains of broken rice, and she tied it up in a cloth. И жена, она нашла, то есть она стала искать, чтобы предложить Кришне. Единственное, что она нашла в доме, это было несколько зерен такого, той рисовой сечки, сломанного зерен риса, и она предложила это в кусочки ткани. Sudama Brahman carried that to see Krishna. Она завязала, дала ему этот узелок, и он понес это Кришне. But the whole time on his way to see Krishna, he was just thinking of Krishna, how wonderful Krishna is. Но всю дорогу на пути к Кришне, он думал только о Кришне, о том, какой удивительный Кришна. It's all he was thinking about was Krishna's wonderful, so my friend. Он думал только о Кришне, о том, какой удивительный у него друг. And when he came there, he even forgot that he brought something to offer him. И когда он пришел к Кришне, он даже забыл о том, что у него есть что-то, какой-то подарок для Кришны. And Krishna immediately took Sudama Brahman and worshipped him. And Krishna провел Судаму Брахмана и стал поклоняться ему. And then after he worshipped him, he offered all kinds of articles to him. Он провел поклонение Брахману Судаме, предложил ему разные благоприятные предметы. He washed his feet. Он омыл его стопы. And Sudama Brahman was just so embarrassed. Судама Брахман себе на место не находил. And Krishna said, "What have you brought for me?" И Кришна спросил его, "А что ты мне принес?" Sudama Brahman forgot that he even brought something for him. Sudama Brahman забыл, что он что-то принес Кришне. But Krishna knew that he had something. Но Кришна знал, что у него есть кое-что для Кришны. And he took it. И
он сам забрал. I said, "Don't wrong." He said, "No, I can't offer this to you." Сюда Брама взмолился, я не могу тебе даже предлагать, это стыдно просто. And Krishna granted, took away. Что забрал у него это силой. He said, "You don't understand." Не понимаешь, сюда вот сказал. He said, "This rice is sufficient to satisfy the entire creation." Что этот рис достаточно, чтобы удовлетворить все творение. I so much want to take this rice because it's coming from your hands. Я так хотел насладиться этим рисом, потому что он из твоих рук. And Rukmini, she was fanning Krishna. В это время Рукмини махивала Кришну. She's a goddess of fortune. Апахала, она богиня процветания. And Krishna was going back to take more. И Кришна уже собирался больше съесть. And she held his arm and saying, "Stop! Don't take any more." И она схватила его за руку и сказала: "Кришна, все, больше не нужно есть." Because I'm the goddess of fortune, and I don't think I have enough to offer you to give back in return for what you're going to take from him. Потому что если ты еще одну гостью, даже я богиня процветания не знаю, как я смогу платить, дать тебе достаточно богатства, чтобы ты смог оплатить этому браму за то, что он тебе предложил. Because that's he magnifies. He takes something very small and makes it so big. Потому что Кришна увеличивает значимость любого подношения. Он берет что-то очень скромное и делает это чем-то очень значимым. So we shouldn't think that we have to do something really, really big. Поэтому мы не должны даже думать о том, что нам нужно что-то совсем грандиозное предложить Кришне. What makes it big is the love. Что делает это очень значимым в глазах Кришны, это любовь. What makes it big is the intention to please Him. И намерение Его порадовать. You could do something very small and insignificant, but for Krishna it will be very big. Вы можете сделать что-то для Кришны незначительное и маленькое, но для Кришны это будет очень значимо. That is why he asks for our love. Поэтому он просит нас любви. And that is how to give it to him. И вот так это можно и любовь предлагать. That is what bhakti is all about. Именно в этом заключается бхакти. Bhakti means learning how to love Krishna. Бхакти означает учиться любить Кришну. That is all. Learning how to love Krishna. Учиться любить Кришну и все. And Krishna is so kind. И Кришна так добр. And he teaches us how to love him. Он учит нас тому, как его любить. And sometimes he puts us in a difficult situation. Иногда он помещает нас в сложное положение. Because he wants our love. Потому что хочет нашей любви. Not because he wants us to suffer. Не потому что хочет нас помучить. As we said last night, it's not that he keeps a catalog of punishments. И не то, что он, как вы сказали вчера, у него там такой каталог наказаний и мучений. He just indiscriminately chooses something for everybody to punish. Ну так на вскидку какой-нибудь. Мучение выбирает получше и посылает. No, he knows exactly how to bring his devotee to him. Нет, он знает точно, наверняка, как лучше всего привести какого-то конкретного преданного к себе. Exactly how to make the devotee completely dependent. Он знает точно, как заставить этого преданного полностью предаться ему. That is his love. Вот это и есть его любовь. And as soon as one begins devotional service, только человек начинает преданное служение. One has the opportunity to get Krishna's attention. Человек получает возможность привлечь внимание Кришны к себе. That is what Śrīla Prabhupāda came to give. И вот это приехал дать нам Śrīla Prabhupāda. That's what Lord Chaitanya came to give. И это пришел дать нам Господь Чайтанья. He came to give this love. Они пришли дать нам эту любовь. Rupa Goswami says, "Namo Mahamananyaya Krishna Prema Pradayate." That Lord Chaitanya is the most munificent incarnation. Rupa Goswami говорит в этой молитве, что Господь Чайтанья является самым великодушным из всех воплощений. Because he came to give what no other incarnation of the Lord ever came to give. Потому что он пришел дать нам то, что до него ни одно другое воплощение Бога не давало. He came to give pure love. Дать нам чистую любовь. And all he asks is that we take. Единственное, что он просит от нас, это прими ее. Krishna, he made a condition. Krishna ставит условие. Krishna says, first you surrender. Вначале предайся мне, сказал говорит Кришна. And then I'll deliver you. Тогда я тебя избавлю. Lord Chaitanya is so merciful. He took that condition away. Но Господь Чайтанья столько милости, что отменил это условие. He said, just take. Просто прими, говорит он. That's all. Вот и все. Just took the condition completely away. Снял все условия. The only thing you have to do is just take what he's come to give. Единственное, что нам осталось сделать, это просто принять то, что он пришел дать. You want to love Krishna in the way that Prabhupada's talking about? Если вы хотите полюбить Кришну так, как об этом говорится из Шрилы Прабхупады, just take the holy name. Просто примите святое имя. Make the holy name of the Lord your most valuable possession. И сделайте святое имя Господа самым ценным своим богатством. Chant the holy name of the Lord with all of your heart. И повторяйте святое имя Господа со всем сердцем. Never give up the chanting of the holy name. Никогда не переставайте повторять эти имена. The holy name will bring one to Krishna's lotus feet.
что ее приведет вас к лотосным стопам Кришны. It is the perfection of all sadhana. Это совершенство всей садханы. It's the most valuable jewel. Самая драгоценная, самая большая драгоценность. And Lord Chaitanya came to give it freely. И Господь Чайтанья пришел раздавать всем бесплатно. Wiped out all conditions. Он снял все условия. And says, just take it. И сказал, просто прими. What fool would not take it? И какой глупец не примет это? What fool? Только глупец не примет. Only a fool would not take it. Только глупец не примет это так. But this is his kindness. Но это его доброта. And therefore, we should take advantage. Мы должны воспользоваться его добротой. Develop pure love of God. И развить себе чувство любви к Богу. In this life. В этой жизни. Kali Kali Nama Rupa Krishna Avatar Nama Vaitai Hoi Sava Jagat Vistara. In the age of Kali, the Lord appears in a different incarnation. Kali Господь является в особом воплощении. He appears in the form of His holy name. Он является воплощением в образе своего святого имени. Anyone who associates with the holy name is as good as associating with Krishna directly. И каждый, кто общается со святым именем Господа Кришны, общается с Кришной непосредственно. Нет никакого отличия. Certainly he is delivered. Несомненно, такой человек является освобожденным. So, we did continue to read the Quran. Мы не продолжили чтение. But these were some of the things that were in the commentary. Но это то, о чем говорит Прабхупада в комментарии. But I'll continue to read it tomorrow. Завтра мы продолжим чтение. Большое спасибо. Спасибо, что вы сидели. Some questions? Есть вопросы? That scares the boy. Все, похоже, испугались. I have a question. Yes. So you believe that Krishna is somewhere in clouds or? Excuse me. You believe we are part of Krishna or it's somewhere? It's different from us in clouds or we are part of it? Krishna. Есть вопрос, вы верите в то, что мы частицы Кришны, или что Кришна где-то отдельно в облаках находится? Кришна exists in a place which is beyond this temporary physical world. Кришна пребывает в обители, которая выходит за пределы этого временного материального мира. And that place is eternal. Это место вечное. And he is also eternal. И он также вечный. He has no beginning, he has no end. У него нет ни начала, ни конца. This is very difficult to conceive. Сложно понять. Because everything within our experience of this world has a beginning and an end. Потому что все, весь опыт нашего этого, нашего мира, простите, весь опыт наш в этом мире имеет начало и конец. And we spoke about this last night because everything in this world is under the influence of the time factor. Мы уже сказали об этом вчера вечером. Все в этом мире находится под влиянием времени. And because of the influence of time, there is creation and destruction. И поскольку время действует на все, есть творение, есть уничтожение. So therefore, whenever the Supreme Lord creates this world, first he has to create time. Поэтому, когда прежде чем даже творить материальный мир, Господь творит время. Because without time, there can't be a beginning for something. Потому что без времени не может быть начала чего-то. But beyond this temporary, phenomenal world is spiritual. Но за гранью этого временного, феноменального мира, материального мира находится духовный мир. Where time is conspicuous by its absence. В котором время заметно своим отсутствием. Where there is no influence of time. Там нет разрушительного влияния времени. Where nothing is destroying, but everything eternally exists. Там ничего не разрушается время, все вечно существует. And Krishna is eternally existing, and we, as spiritual beings, are also eternally existing. Кришна там вечно существует, а мы, живые существа, существуем здесь. But our eternal existence is conditioned by being in contact with that which is temporary. Но наше вечное существование обусловлено нашей связью с временем. And the goal of those who understand the nature of spirit и цель тех, кто понимает природу духа, is to become free from the conditioning
of that which is temporary, является освободиться от обусловленности тем, чем что является временным, to attain our original spiritual nature. И возобновить свою изначальную духовную природу. A spiritual master gives the example. Наш духовный учитель дает такой пример. A fish's natural environment is to live in the water. Для рыбы естественно жить в воде, это ее среда обитания. Natural environment. Естественно, среда обитания для рыбы. If you take the fish out of the water and put it on land. Если вы рыбу достанете из водоема и бросите на берег, it's not natural. Для нее это неестественно. You can do so much for the fish. И вы можете попытаться так много сделать для этой рыбы. Make the fish comfortable. Пытаться как-то ее покомфортнее устроить на берегу. Give them a few drinks. Может быть, несколько стаканчиков спиртного предложить ей и какое-то развлечение включить. But in that very unnatural state, you can't be happy. Но для рыбы это неестественное положение в любом случае, и она будет несчастна. If you want to do the best thing for him, you put him back in the water. Если хотите для рыбы сделать самое лучшее, что можно, это вернуть обратно ее в реку. Our natural state is eternal. И наша естественная природа и состояние — это вечность. And we're currently living in a very unnatural state. Мы сейчас существуем в данный момент в неестественном для нас положении. Because we're conditioned by time. Потому что мы обусловлены временем. So, therefore, Krishna is not conditioned by time. Но Кришна не обусловлен временем. He is Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. He is the supreme controller. Он является высшим повелителем. His body is ever fresh, youth. Его тело вечно свежо и молодо. Never grows old. Никогда не стареет. Never dies. Никогда не уничтожается. Never born. Никогда не умирает и никогда не рождается. He's the original findable person. Он изначальная личность. So he's separate and is an individual soul, or he is an individual soul, yes. Or universal one. He is both. So Atman and Brahman. He is spread throughout the entire creation through his different energies. Yeah. Okay. Вопрос был в том, так как он индивидуален или он находится во всей вселенной, и говорит, что да, то и другое одновременно, и Брахман, и Атман одновременно. But Krishna is more than the sum of his parts. Но Кришна больше, чем сумма всех его частиц. That's something that one has to know. И должен кто знать об этом. It's called Achintya Bheda Bheda Tattva. Его называют Achintya Bheda Bheda Tattva. Which is that he is simultaneously one with everything. Он одновременно един со всем. But also different. В то же самое время стоит погода и отдельно. Simultaneously. Одновременно. He manifests everywhere throughout creation through his different energies. Он проявляется повсюду в образе своих энергий. But still he exists separate from those energies. Форма своих энергий в то же самое время находится отдельно от всех своих энергий. And that separate existence from his energies is Krishna's complete form. И это отдельное существование, отдельное бытие Кришны от его энергии называется полной формой. So therefore, to know Krishna complete means to know Krishna along with his different energies. Поэтому, чтобы познать Кришну полностью, нужно понять его вместе с его энергией. And we are his energies. А мы его энергия. We are his parts and parcels. Мы его неотъемлемые частицы. We are his separated energies. Его отделенная энергия. Which is jiva bhuta mahabaho yayinam dayate jagat. The living entities, right? Separated parts and parcels. Живые существа являются отделенными энергиями. Who are also eternal. Которые также вечны. Who also have no beginning. У них тоже нет ни начала. Who also have no end. Ни конца. So, yes, Krishna is manifest throughout everything through his different energies. Да, Кришна проявляется через все, через свои разнообразные энергии. But that's only part of his existence. Но это лишь часть его существования. He still exists separate from everything that exists through his energies. Он по-прежнему сохраняет свое индивидуальное существование, несмотря на то, что проявляется повсюду, как его энергия. So he is more than just simply the sum of his parts. Поэтому Кришна — это больше, чем просто сумма всех его частей. One more question. As it is known, Krishna is eighth incarnation of Vishnu, right? Well, according to tradition, no. According to понимание, Кришна является восьмым воплощением. Krishna is to Bhagavan Swayam. Krishna is the original supreme, from whom all other expansions come, including Vishnu. В соответствии с традиционным пониманием, Кришна является изначальным воплощением. Krishna is to Bhagavan Swayam, а все остальные, в том числе Вишну, берутся из него как воплощение. So he is the main character in Hindu
Yes. Hindu religion? He's the main character in Vaishnava religion. Главный персонаж вайшнавской религии. Hindu is simply an offshoot. Hinduism is simply an offshoot. Hinduism это просто так ответвление. What about Buddha? He is believed to be the next after Krishna. He is an incarnation. Будда также воплощение. Expecting Kali or? Excuse me. Are you expecting Kali? Tense. Kali? Kali. Or Kalki? Kalki. 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 Yes, Kalki will come at the end of this age. Вы просто ожидаете Калки также, да? Калки придет в конце этого эпохи. Yes. That's his function, as we said. Мы можем молиться Святой Душе, то есть Святой Душа — это функция. But our purpose is to turn our attention to him. Но цель наша — повернуть к нему свое внимание. When we turn our attention to him, then everything changes. Когда мы поворачиваем свое внимание к нему, все меняется. The whole relationship changes. Меняются все отношения. Therefore, the example is given like two birds seated on a tree. One bird is enjoying the fruit, the other bird is witnessing. Приводится пример с двумя птицами, которые сидят на дереве. Одна наслаждается плодами, которые клюет, а другая наблюдает. So the bird is simply absorbed in the fruit, not even conscious of the existence of the other bird who is witnessing. И та птица, которая поглощена поеданием этих плодов, забывает даже о том, что есть еще вторая птица, которая наблюдает за ней. But the bird who is witnessing is waiting for the other bird who is enjoying the fruit to turn to him. Но та птица, которая наблюдает, ждет, когда эта птица наплюется и повернет свое внимание к ней. So as long as we're not interested in the existence of the Supersoul and act independent, и пока мы не интересуемся существованием души, действуем независимо от нее, that's all he does. Вот это все, что он делает. He witnesses and gives sanction. Он просто наблюдает и позволяет. But when we turn to him, а когда мы обращаемся к нему, and pray, и молимся, and serve, и служим, and follow his instructions, следуем его наставлениям, both within and without. Снаружи и внутри. Instructions that are given from his representative without, which are confirmed by him within our heart. Те наставления, которые нам дают его представитель снаружи, и которые подтверждаются тем, что мы слышим от него внутри. Then he reciprocates. Он откликается взаимностью. He says, Эйвам. Out of compassion for them, I who am dwelling within their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. И в этом стихе Кришна говорит, что из сострадания к ним я, находящийся в их сердцах, рассеиваю тьму невежества лучом духовного знания, светильником духовного знания. Поэтому мы должны молиться, конечно. And then he'll reveal himself in a form according to our desire. И он проявит себя в той форме, которая будет соответствовать нашим желаниям. That may not necessarily be just simply the size of a thumb. Она может не обязательно быть размером с большой палец. It may reveal in another form. Может проявить себя гораздо больше форм. Whatever form. Другой форме. Is our desire in our heart. В любой форме, которую мы желаем, в своем сердце. He'll reveal himself to us in that form. И он проявится в этой форме. Yes. Всегда ли любовь начинается с уважения, с почтения, или можно как-то виновать Кришна?
love always starts with respect and awe, or it could be bypassed or skipped and could be jumped to the right. But love for Krishna actually is like this. On very rare occasions it could be bypassed. Очень редко можно перескочить стадию уважения. Очень редко. Rupa Goswami says in Prabhupada gives the example of nectar devotion that a person can expect it's made possible for a person to be able to be promoted to a grade, a higher grade, but he shouldn't expect it. He still has to do the work necessary for whatever grade he's in. Шрила Прабхупада говорит в «Нектаре преданности» в книге Рупа Госвами, он говорит, что, конечно же, человек может, например, сразу получить ученую степень какую-то, чего к этому прилагая, но это происходит крайне редко, и нужно лучше все-таки прилагать усилия и действовать правильным путем, выполняя свои обязательства. It may come by divine grace. Она может прийти к нам по божественной милости. But we don't assume that it will come. Но мы не предполагаем, что так и произойдет в нашем случае. There was once a morning walk, Prabhupada, with several devotees. Однажды Шрила Прабхупада был на утренней прогулке с несколькими преданными. And he was asking the devotees, what is the first symptom of love? И он спрашивал преданных, каков первый признак любви. And the devotees somehow didn't come up with the answer, although they said so many different things. Prabhupada said, no, no. И Прабхупада, хотя преданные предлагали различные варианты ответа, ни один из них Прабхупада не удовлетворил, говорил, нет, нет. And Prabhupada just stopped and put his cane to the ground very hard and said, first there must be obedience. И Прабхупада остановился, воткнул свой трость в землю и сказал, вначале должно быть повинование, покорность. Said, how can there be love without obedience? Как может быть любовь без покорности? But he was making this, emphasizing this point then. Он подчеркнул этот момент. Is that we first we have to become obedient to the will of God. Вначале мы должны научиться быть покорными. We should not assume that we can bypass it. И мы не должны предполагать, что можем перескочить из эту стадию. What is it? Shuddhi spitti paranadi pancharacha vidinana. The devotional service which is rendered not in accordance with the conclusions of scripture is simply a disturbance to society. В этом стихе говорится, что преданное служение, которое выполняется в разрез наставлениями священных писаний, шучи сплит, является лишь беспокойством в жизни общества. Therefore, Rupa Goswami explains the first stage of love. Поэтому Рупа Госвами объясняет, что первая стадия любви is obedience. Это покорность. That's the first stage. Это первая стадия. Yes. Кришна говорит, что он находится в сердце каждого, и говорит, и есть память, и есть забвение. Какой его замысел, когда он заставляет нас забыть о прошлых наших рождениях? Последний. Каков его замысел, когда он заставляет нас забыть о наших прошлых рождениях? Кришна says in Bhagavad Gita that from him comes knowledge and remembrance. So which purpose does he pursue when he makes us forget our previous births? Which purpose does he serve? Does he pursue or serve us? We forget. Мы забываем. Because it was so painful. Потому что было очень больно. Therefore we forgot. Поэтому мы забыли об этом. And therefore, as we explained yesterday, we may not remember the things that we desired in the previous birth, which puts us in a situation that we are now. И как мы уже объяснили вчера вечером, мы можем не помнить, что мы такого сделали в предыдущих рождениях, что обуславливает наше нынешнее положение в этой жизни. But Krishna remembers everything. Но Кришна все помнит. And therefore, Krishna reminds us according to the desires that we have. И Кришна напоминает нам в соответствии с нашими желаниями, которые у нас сейчас есть. So, it may be that we cannot remember what we did in our previous life, who we were in our previous life. Мы можем не помнить то, что мы сделали в прошлой жизни, или кем мы были в прошлой жизни. Because there's no need to know it. Потому что нет никакой необходимости в этом знании. It's not that we can reverse what happened in the past. Мы же не можем все исправить то, что уже случилось в прошлом. Prabhupada used to give the example when the house is burning down, should we ask who lit the fire? Например, Шрила Прабхупада приводит такую аналогию, если, например, наш дом охвачен огнем, где загорелся пожар. Есть ли смысл выяснять, кто поджег? What good will that information do for us? Какой благо нам принесет эта информация? It's not relevant information. Это не актуальная информация. The more important information is how to get out of the house. Самое главное, что нас должно волновать, это как выбраться из горящего здания. And knowing what we did in our previous life, or who we were in our previous life, is not going to get us out. И зная, кем мы были в прошлой жизни, что мы сделали в прошлой жизни, поможет нам выбраться сейчас.
But we can, what we should know is that why we're suffering in this life. And then by knowing that I'm suffering because I some activity I performed in a previous life. И знаешь, что мы страдаем, потому что мы что-то совершили в прошлом, за чего мы страдаем. Then we know enough to not blame Krishna for it. Этого достаточно для того, чтобы не винить Кришну в этом. And therefore, that's all we need to know. Поэтому это то, что нам нужно знать. It's all one needs to know. Вот и все. Больше не нужно знать. When we take, we know that we are responsible for. Если мы знаем, что мы отвечаем за то, что страдаем сейчас. That can be known simply by scripture. И это мы можем узнать, просто читая Писание. We don't have to know and go back to previous lives. What are we going to do? Нет необходимости вспоминать наше прошлое рождение, что это нам даст. Therefore, Krishna gives us what we need to know. Поэтому Кришна дает нам то, в чем мы нуждаемся. Everything else is extraneous. Необходимо знание, все остальное уже лишнее. He gives us everything that we need to know. Кришна дает нам все то, в чем мы нуждаемся, знание, которое мы нуждаемся, чтобы идти. And that's going to be obtained by scripture. А это можно обрести, знание можно обрести из Писания. It may be revealed. Это можно открыться нам. For some, it may be revealed. They may know their previous life. Иногда люди вспоминают свои прошлые жизни, открываются. But that's no purpose is served. Но в любом случае это не достигает никакой полезной цели. No, nothing is served by knowing. Ничего полезного человек не обретает, зная, кем он был в прошлом. So generally we forget because it was so painful. Да. Забываем мы обычно, потому что было очень полезно, особенно смерть. Just like when a very terrible experience happens to you, you try to forget about it. Если что-то с вами страшно случается, вы же пытаетесь забыть об этом, так? You don't want to dwell on it, remember it constantly. Вы не хотите об этом постоянно размышлять, помнить, разбираться с собой. It's the nature of death, it's the nature of birth also. Это природа смерти, природа рождения также. Birth is also very painful. Рождение также очень болезненно. Read the description of the living entities in the womb in the third canto of the Srimad Bhagavatam. Прочитайте описание живого существа в лоне матери, в третьей песне Шримад Бхагаватам. How much pain and suffering there is in the womb. Как сильно страдает живое существо там, в лоне матери. But you can't remember it. Но вы не можете вообще ничего помнить из этого. It's so painful. Но так слишком больно. It's the nature. We want to forget that which is painful. Природа такова, что мы пытаемся забыть то, что болезненно. So that's why we forget it. Поэтому забываем. Вот вы сказали, что покорность. Рупа Госвами там пишет, я как знаю, я как помню, покорность великим вайшнавам. Идти по стопам великим вайшнавам. В чем вопрос? Да, не, там не написано. В чем вопрос? Вопрос в чем? Там написано идти и покоряться великим вайшнавам. То есть это уточнение, это не вопрос, да? Нет, вот. Так а вопрос в чем? Кто не спорит с этим? Вопрос в чем? Нет, ну да. Это уточнение. Ты... Ну, не знаю. Нет, just wants to ascertain, just want to point out that Rupa Goswami, when he says, speaks about obedience, he means obedience to great Vaishnavas. So I'm telling him, it's not a question, it's a statement. It's like a more precise statement than what Rupa Goswami says. There's no question. There's no question. Правду говоря о себе, о своей жизни, в течение 20 лет я думал, что я повторяю святыми. Оказывается, в последнее время я начал немножко уделять внимание святыми. Я думаю, что огромный труд повторяю святыми. И еще Прабхупада говорит, что для калюжного человека хватит 30 лет, чтобы почти сутанаму. И одновременно Бхактинатхакур говорит, 3 года хватает. Но я свой опыт знаю, что я хочу выяснить, что мешает, да, я чувствую, или душа не хочет предаться, или привычка ума не дает возможность предаться, потому что это, я чувствовал огромный труд повторения. Каждый день огромный труд требуется, это требуется предание глубокое. Вопрос сначала. В чем причина, что мешает? Да, мешает. Я думал, что...
Shastakam that there's no past rules and regulations for chanting the holy name. And that's how our Mahaprabhu thought for 20 years. He thought he was chanting the holy name, but then recently he started paying more attention to the holy name. And he realized how difficult it is to chant properly. One has to really surrender, one has to make a lot of endeavors and efforts to chant the holy name. And he also remembers Srila Prabhupada's statement that it takes a conditional soul 30 years to learn chanting Srila Nam, whereas Bhaktivinoda Thakur says sometimes it takes only 3 years, 3 years is sufficient. So his question is, what prevents us from chanting purely? Is it our conditioned nature? Is it the lack of endeavors? Or how to overcome these difficulties in the chanting? Sarla, faith. Nastata Kriya. Srila Bhaktivinoda Thakur explains in Shibhakti Loka. He explains, he's speaking about patience. He says the fruit of the karmis, jnanis, and the devotees, they all want some fruit of their sacrifice. Он говорит, что пьяни, карми, эти бедные, все стремятся к какому-то результату своих аскез и жертвоприношений. The karmi wants some fruit of gain. Карми хотят какой-то плод, корыстный плод. The jnani wants also some fruit, he wants liberation. Jnani хотят освобождения, это тоже плод их усилий. And he says the bhakta, he also wants some fruit. И бхакта тоже хочет определенный плод. He wants to awaken Krishna's pleasure by his service. Он хочет, чтобы его служение привело к удовлетворению Кришны. He says sometimes it is found that persons will abandon their sadhana because of their impatience. Бхактивинода Тхакур говорит, что иногда люди перестают заниматься садханой из-за нетерпения. And he said that, but a Vaishnava, a devotee, must always have firm faith in attaining Krishna's mercy. Но Вайшнава или преданный всегда должен иметь твердую веру в то, что милость Кришны достижима. And he should always think that I will get Krishna's mercy. И он должен думать, что я обязательно обрету милость Кришны. Whether it's now, сейчас ли я обрету, 10 years from now, через 10 лет, 100 years from now, через 100 лет, or 100 births from now, через 100 рождений, I will obtain Krishna's mercy. Я обязательно приду. And I will go on serving Krishna and never give up that service. Я буду продолжать служить Кришне, никогда не перестану служить. He said this type of patience is required to obtain devotional service. И Бхактивинода Тхакур говорит, что такого рода терпение как раз и требуется, чтобы обрести преданное служение. So one actually has to have firm faith that one will get Krishna's mercy. Поэтому нужно иметь такую твердую веру в то, что милость Кришны придет к нам. He may feel unqualified. Человек может думать себя недостойным. When he looks at his own qualification, he knows that I won't get it by my own qualification. Он смотрит на свои качества и понимает, что нет, этими качествами я ничего не смогу обрести. But he has so much faith in the name. Но он имеет очень твердую веру в имя. And he has so much faith in the source of the name from which he's received it. И в источник имени, из которого он его получил. He has so much faith in Lord Chaitanya. Он имеет большую веру в Господа Чайтанью. That he's ready to go on serving. Что готов продолжать служить. Even if it's hundreds of births. Даже если 100 жизней потребует. He has firm faith that I will get Krishna's mercy. У него есть твердая вера в то, что я приду к Кришне. Just like the example of Mukunda. Как пример Мукунды. When Mukunda died, he was told by Lord Chaitanya, when Lord Chaitanya during Mahaprakash Lila, everyone was coming before Lord Chaitanya. Как во время Махапракаш Лилы Господа Чайтанья Махапрабху все подходили к нему. Lord Chaitanya was giving them all benedictions. И он давал благословения одному за другим. And Shivas asked Lord Chaitanya, your devotee Mukunda is standing behind the curtain. He wants to know when you will call him. Behind the curtain. И Шивас так сказал Господу Чайтанья, там за занавеской стоит твой преданный Мукунда. Почему ты его не позовешь? He can't come unless you call him. You call all your other devotees one by one and giving them benedictions. When will you call him? Ты позвал уже всех своих преданных одного за другим, всем дал какие-то благословения. Когда ты позовешь его? And then Lord Chaitanya said, "Oh, that Mukunda, I will not call him." И Господь Чайтанья сказал, Мукунда, я не позову. He says he comes in the association of Vaishnavas and behaves like a Vaishnava, but sometimes is the association of impersonalists. And he becomes just like them. Потому что Мукунда то с преданными общается, ведет себя как вайшнав, но потом он идет к персоналистам, общается с ними и становится подобным, как они.
He will not come. I will not call him. Поэтому я его не позову. So Mukunda said that, please ask him when will he see me again. И тогда Mukunda сказал, спроси, пожалуйста, у Господа Чайтанья, когда я его снова увижу. And Lord Chaitanya said, in 10 million births he will see me again. И Господь Чайтанья ответил, через 10 миллионов рождений он меня увидит снова. And Mukunda heard that. All he heard was, he will see me again. Но Mukunda услышал только одно. And that's all Господь, he needed to hear. He was ready 10 million births to wait. Because he had firm faith in the Lord's words that he will see me again. He began dancing in ecstasy. I will see. He was so ecstatic because he had so much faith in the Lord's words. Он был в экстазе, потому что имел твердую веру в слова Господа. What did Lord Chaitanya do? Что сделал Господь Чайтанья? Lord Chaitanya said, "Call Mukunda, I want to see him." Господь Чайтанья сказал, позовите Мукунду, я хочу его увидеть. Mukunda was too busy dancing. Mukunda танцевал, он был занят. They had to pick him up and carry him. Ему пришлось и пришлось поднять его на руки, нести на руках. And the Lord said, "Mukunda, because of your complete faith in me." И Господь Чайтанья сказал, Mukunda, за твою полную веру в меня. You will come with me every time, and you will sing for me. Ты будешь каждый раз являться сюда со мной, будешь петь для меня в каждом моем приходе. He says, you have not committed any offenses. All your offenses are nullified. Все, ты никаких оскорблений не совершал. Все твои оскорбления очищены. Because of your complete faith in my words. Полностью аннулированы, потому что имеешь полную веру в меня, в мои слова. So that's what's preventing us. Вот это и мешает. We don't have complete faith. У нас нет полной веры. Because of the Lord Chaitanya's mercy. В Кришне, милость Господа Чайтанья.